Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для салона красоты. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия настроены для администратора салона и руководителя организации. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Обратите внимание, что нашей программой можно полноценно пользоваться в любой стране мира, на любом языке. А все надписи можно легко перевести самостоятельно. Чтобы вы получали еще больше удовольствия от работы в нашей программе, мы разработали множество красивейших дизайнов. Из списка можно выбрать тему летнего дня, Рождества, современный темный стиль, День Святого Валентина и многое другое. Сейчас давайте пока оставим стандартный стиль операционной системы. Итак, в главном окне программы, как мы видим, показана запись клиентов. Отображаться может любой период времени. Расписание составляется с учетом рабочих смен каждого мастера. Чтобы занять время, достаточно просто сделать по нему двойной щелчок. В появившемся окне мы можем выбрать нужного клиента и услугу. Человека выбираем из единой базы клиентов. Сначала проверяем, был ли он у нас ранее, просто вводя с клавиатуры первые буквы его имени. Поиск также можно осуществлять по номеру клубной карты, телефону и прочим личным данным. Если клиента не нашли, добавляем нового, нажав правой кнопкой мышки и выбрав команду «Добавить». Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой. Остальные поля заполняются по желанию. Можем указывать личную информацию, контактные данные, документы и многое другое. Также есть возможность носить предпочтение клиента по бару или по цвету, в который клиент обычно красит волосы. Это позволит вам не зависеть от определенного своего сотрудника. Любой администратор сможет угодить каждому вашему клиенту. Также в программе есть возможность прикрепить фотографию. Фото можно загрузить из файла или получить прямо с веб-камеры. Когда клиент добавлен или выбран из списка уже зарегистрирован, просто нажимаем кнопку «Выбрать». И еще одно обязательное поле – это услуга, которая будет выбираться из вашего же прайс-листа. Впоследствии можем добавить сразу все оказанные клиенту услуги, и программа сама при этом посчитает общую сумму к оплате. Вот так быстро и легко делается предварительная запись, которая поможет и вам рационально использовать свои людские ресурсы, и уважаемым клиентам не придется томиться в ожидании, ибо с современным ритмом жизни любая очередь или вынужденное ожидание многих просто убивает. Поэтому мы делаем все необходимое для пользователей наших программ, чтобы они не теряли свои деньги из-за недовольных клиентов, а наоборот, зарабатывали больше. Далее, когда человек придет в салон, мы отметим это специальным флажком, либо же выставим отказ. Можем также задать дополнительные признаки, например то, что клиент пришел к нам первый раз. Если человек хочет записаться еще и к другому мастеру, или на другой день, можем легко его скопировать. При записи на другой день информационная система будет отображать значок телефонной трубки, пока администратор не позвонит клиенту, чтобы напомнить про посещение салона. Это считается хорошим тоном и помогает салону избегать упущенной прибыли. Вывести список клиентов для обзвона в начале нового рабочего дня можно специальным отчетом. Этот отчет называется «Рассылка». Он позволяет как увидеть список клиентов для ручного обзвона,
так и выполнить автоматическое массовое напоминание. В вашем распоряжении будет целых 4 вида современных рассылок: email, SMS, Viber и обзвон голосом. Да-да, наша программа сможет даже сама обзвонить всех клиентов и голосом, представившись от имени вашего салона, напомнить про посещение. Такие рассылки можно использовать и для других целей, которые повысят лояльность клиентов и увеличат ваши продажи. Чтобы сообщить о различных акциях и скидках, накопленных бонусах, чтобы поздравить клиентов с днем рождения, 8 марта и любым другим праздником. Теперь от темы рассылок возвращаемся к окну записи. Обратите внимание, что пока услуги не оплачены, клиент отображается красным цветом. Даже если он после укладки пошел еще на маникюр, вы не забудете взять с него оплату за все оказанные услуги. Чтобы провести платеж, достаточно нажать правой кнопкой мышки на нужном клиенте и выбрать команду «Текущая история». Будут отображены услуги именно за сегодняшний день. По каждой услуге видна ее стоимость, которая может быть как фиксированной и подставляться из прайса, так и вводиться вручную, когда точная цена заранее неизвестна. Работать можно с любой валюты. В случае, когда при оказании услуги были потрачены какие-то материалы, их можно указать на специальной вкладке «Товар». Если по какой-то процедуре заранее известно, какие материалы будут потрачены, их можно добавить в так называемую калькуляцию. И тогда они постоянно будут списываться автоматически. А то, что будет потрачено сверх нормы, всегда можно списать вручную. Когда какие-то товары и материалы не включены в стоимость услуги, их можно добавить в счет на оплату, просто выставив специальную галочку. Сумма всех материалов будет отображена рядом со стоимостью самой услуги. Далее будет рассчитана общая сумма к оплате. В ячейке «Оплачено» пока 0. Давайте проведем платеж. Для этого просто нажимаем «Оплатить». Программа все сама посчитала, нам остается лишь выбрать способ оплаты – наличными или карточкой. Чаще всего клиенты расплачиваются налом, поэтому для обеспечения максимальной скорости работы этот способ оплаты выбран по умолчанию. Обратите внимание, что система также поддерживает и другие виды оплат – подарочным сертификатом или накопленными бонусами. Бонусы – это еще один метод увеличить продажи салона. Клиенты, стремясь накопить больше бонусов, чтобы потом ими расплатиться, тратят больше реальных средств. К тому же все это модно и современно. От лирического отступления возвращаемся к нашей программе. По сути, нам сейчас просто нужно нажать кнопку «ОК». За нас все сделала программа. Вот и все. Оплата прошла. Долга нет. Строка красным цветом не выделена. Значит, все хорошо. Проведенные по любой услуге оплаты вы можете посмотреть на вкладке «Оплат». Поддерживаются смешанные оплаты. Например, клиент часть услуги может оплатить бонусами, а часть – деньгами. После приема оплаты можно распечатать квитанцию. Это повышает доверие к салону. Клиент видит, что суммы берутся не с потолка. Услуги и материалы показаны отдельно. Наглядно видно, что и сколько стоит. Распечатать квитанцию можно как на стандартном принтере формата А4, так и на ленте. Вот так удобно поставлена повседневная работа салона красоты или парикмахерской. Все легко и непринужденно. Но в то же время при работе в нашей годами выверенной программе вы получите идеальный порядок и полный контроль своих дел. Чем тщательнее вы работаете со своими клиентами, тем больше получаете от них отдачи. Каждый клиент – это ваш источник финансовых средств. Есть даже современное понятие CRM –
что означает «система учета клиентов и взаимоотношений». Функции CRM присутствуют во всех наших программах. Давайте посмотрим их на примере той несложной работы с клиентом, которую мы только сейчас провели. Выполненные нами действия сразу отразились во всех аналитических отчетах. Вы только посмотрите на эту мощь современной аналитики, которая верой и правдой будет работать на развитие вашего бизнеса. Например, мы можем вывести сейчас историю любого клиента в сводном виде. Здесь будет отображено сразу все. Есть ли у клиента задолженность? Сколько осталось бонусов? Сколько всего клиент потратил за всю историю посещения салона? С какой периодичностью, к какому мастеру и в какое время и дни недели предпочитает ходить? Пользуется ли гость полным спектром услуг или только стрижется? Если, например, девушка делает только стрижку, вы это сразу увидите. Маникюр она, значит, может делать дома сама или же у конкурента. Просто подарите ей посещение к мастеру по маникюру, ей понравится, и она будет тратить у вас больше средств. Кроме такого точечного анализа определенного клиента, доступно и массовое сравнение. Вы можете посмотреть по всем своим клиентам их предпочтения. Ведь, возможно, это не особенность отдельно взятого человека, что он не ходит к вам на маникюр. Может, все серьезнее? Может, это проблема вашего салона? Программа поможет вам вывести уже готовый список клиентов с разбивкой по вашим отделам, которые эти клиенты почему-то игнорируют. Можете подарить по бесплатному визиту им всем. На таких эффектных широких жестах вы не только выиграете, но и нисколько не потеряете, если проанализируете, в какие дни недели у вас затишье, и подарите клиенту визит именно в такой день. Вы также получите возможность мониторить активность посещения своего салона, чтобы точно видеть, что если сейчас нет спада, то и нет причин делать слишком много подарков. Также по клиентской базе можно легко найти самых перспективных клиентов. Такой рейтинг тех, кто тратит в вашем салоне больше всего денег. Нужно, чтобы вы точно понимали, какие клиенты заслуживают особого внимания. Можете их как-то выделять или поощрять, и тем самым стимулировать на еще большие траты. Следующий важный момент – это понимание того, откуда клиенты о вас чаще узнают. Такой анализ покажет маркетинговый отчет. Если какая-то реклама не работает, то и не нужно зря тратить на нее средства. Определите лучше всего работающий источник информации и вкладывайте в него еще больше. Добавляйте себе и своим сотрудникам задания в работу. Когда, о чем и какому клиенту нужно напомнить. Для клиента повторный визит к вам не первоочередная задача. О нем он может и не вспомнить. А для вас это потерянные деньги. А череда из потерянных клиентов приводит к нерентабельному бизнесу. Мало того, что нужно активно стараться наращивать клиентскую базу, но также и требуется усердно работать со старыми клиентами, обзванивать тех, кто исчез, и узнавать, временно ли это, или клиент от вас по какой-то причине ушел. Работайте над своими ошибками, анализируйте причины, по которым клиенты уходят от вас. Если кто-то ходил и вдруг исчез, это не значит, что он просто переехал. У него ведь могли быть объективные причины, касающиеся именно вашего салона. Узнавайте и искореняйте причины ухода клиентов. Например, часто клиенты уходят вслед за хорошим мастером. Далее мы вам как раз расскажем, как с помощью нашего интеллектуального программного обеспечения определить, какой мастер действительно хорош. При этом мы даже не будем смотреть, кто из сотрудников сильнее надувает щеки. Мы будем руководствоваться исключительно аналитикой программ. Первым признаком хорошего мастера является та польза, которую он приносит салону, рассчитанная в денежном выражении. По каждому сотруднику вы сможете посмотреть,
сколько денег он заработал для компании. Если заработная плата работника не фиксированная, а сдельная, программа ее легко рассчитает автоматически. Для этого можно будет просто задать проценты индивидуально каждому специалисту. Допускается даже тонкая настройка зарплаты по разным видам оказываемых услуг и продаваемых сопутствующих товаров. Во многих организациях используется также принцип «заработал сам, помоги коллеге». Например, клиент сделал стрижку. Ему можно также порекомендовать позаботиться о своих руках, ногах, душе, о чем угодно, что есть в других отделах вашего салона. При этом и компания получит ощутимо больше дохода, и сам мастер будет дополнительно вознагражден за такие направления к другим специалистам. Наиважнейшей задачей для каждого сотрудника остается, конечно же, работа над собственной репутацией. И лучше всего ее можно проследить на поведении клиента. Когда гость после первого визита продолжает дальше ходить к этому мастеру, это называется удержание клиента. В данном отчете за любой период по каждому специалисту можно посмотреть, сколько первичных клиентов было записано, сколько из них и дальше продолжило ходить к этому мастеру. И главный рассчитываемый показатель – это процент удержания. Чем он выше, тем лучше. Также по мастерам можно вывести динамику посещений. В данном сравнительном отчете вы увидите количество посетителей в разрезе каждого месяца, как по определенному сотруднику, так и в сравнении с другими работниками. Кроме этого, в отдельном обширном отчете вам будет представлен объем выполняемых работ каждым мастером в отдельности. Обратите, кстати, внимание, что все отчеты будут формироваться с вашим логотипом и реквизитами, и вся аналитика может строиться за любой период времени. Это значит, что вы без труда сможете проанализировать один день, неделю, месяц и даже целый год. Особенно это оказывается полезным для самого важного, что должна делать каждая организация – для финансового анализа. Деньги любят счет, и считать их нужно с разных сторон. С разных сторон нужно смотреть на свой бизнес, дабы четко понимать, что влияет на количество ваших денег. Казалось бы, до этого мы просто приняли оплату от клиента. Но этого уже достаточно, чтобы сформировалось великое множество различных финансовых отчетов. Основным из них является отчет по платежам. С его помощью в режиме реального времени можно смотреть остатки по любой кассе и банковскому счету, видеть общие обороты по приходу и расходу денежных средств, сверять при необходимости остатки с детальной выпиской. Если у вас есть сеть подразделений, вы сможете сразу видеть все филиалы, но каждый филиал при этом будет видеть только свои финансы. А в отдельном своде будет представлена прибыльность по каждому охваченному вами региону. Если кому-то из постоянных клиентов пустили услугу в долг, вы ни про кого не забудете. В отдельном реестре будут собраны все должники. Полученные средства можно проанализировать в разрезе оказываемых услуг. В этом отчете будет показано, сколько раз какая услуга была оказана, сколько денег вы с нее заработали. Общие суммы будут подбиты по каждой группе и подгруппе услуг. Если для оказания какой-то группы услуг вы покупали специальное оборудование или нанимали дополнительных работников, вы без труда поймете, насколько ваши вложения окупаются. Отдельный отчет покажет распределение сил при оказании услуг. Если что-то плохо развивается, обратите свое внимание на того, кто отвечает за это направление. А также, если у вас работает несколько мастеров одного профиля, данная аналитика поможет вам их сравнить. Более того, вы получите даже возможность контролировать развитие любого направления своей деятельности. По каждому направлению для вас будет представлена динамика во времени. Например, вы открыли спа-зону или начали делать массаж. Программа вам покажет по этой группе услуг количество посетителей в разрезе каждого месяца.
Если количество продаж не особо дешевых услуг падает, посмотрите в целом на текущий момент времени покупательскую способность в отчете «Средний чек». А также можете проанализировать, в каком ценовом сегменте людям более доступны ваши услуги и товары. Если что-то есть особо дорогое и это не покупают, уменьшите немного цену. Выиграете на количестве проданного. В нашей программе можно также учитывать свои расходы. Тогда вы будете их лучше контролировать. Вы будете видеть общие суммы по каждой статье затрат. Суммы будут формироваться помесячно. Тем самым вы еще легко сможете прослеживать динамику. Обратите внимание, что каждый отчет сопровождает различные графики и диаграммы. Это для большей наглядности. Например, здесь зеленой линией показан доход, а красный – расход. Также автоматически рассчитывается прибыль за каждый месяц вашей нелегкой работы, которая с внедрением нашей программы непременно станет легкой. Немалой проблемой для салона красоты или парикмахерской также является учет товара и материалов. Наша программа имеет на этот счет отдельную группу аналитических отчетов. Базовый отчет покажет остаток товара на любую дату, причем по любому подразделению, складу или просто подотчетному лицу. Также можно посмотреть в денежном эквиваленте, у кого на какую сумму есть товара. И есть возможность отобразить объемы продаж за любой период, как по каждому товару, так и по целым группам и подгруппам. По группам товара даже можно проследить динамику продаж с течением времени. Есть возможность увидеть и залежалый товар, который, наоборот, никак не продается. Программа может напоминать в отдельном реестре о тех материалах, которые заканчиваются, а апогеем работы с товаром является компьютерный прогноз. Наша интеллектуальная система может даже рассчитать по каждому товару, на сколько дней стабильной работы его хватит. Видео у нас получилось отнюдь не коротким, но мы сейчас показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в системе возможностей. Это набор функций, который начнет приносить для вас свои плоды сразу с первых дней работы в нашей программе. Но кроме этого, для самых крутых салонов, которые хотят быть на целую голову выше своих конкурентов, у нас есть еще дополнительные, эксклюзивные предложения, которые будут прямо эпатировать ваших клиентов. Вы без шуток будете от них слышать прям «Вау!». Если базовая комплектация нашей программы доступна всем салонам без исключения, то эксклюзивные функции уже по карману будут далеко не каждым. Поэтому они всегда будут оставаться эксклюзивными. Только те, кто инвестирует в свой бизнес больше других, тот и отдачи получит значительно больше своих конкурентов. Заметьте, наша программа – это полноценные инвестиции в ваше дело. А более подробную информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте usu.kz. либо связавшись с нами любым для вас удобным способом. Звоните или пишите, узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.